мама. Когда вы выбираете спутника жизни, важно, чтобы он был сильным. В Шанхае продолжается турнир серии Мастерс 1000. Андрей Рублев разгромил Адриана Монарина 6-3-6-0 и за выход в четвертьфинал сыграет с Томми Полом. Напомню, ранее Даниил Медведев и Карен Хачанов потерпели поражение в матчах третьего круга. Баскетбол. Сегодня очередные встречи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Автодор на выезде победил Уралмаш 87-77. Пари НН в гостях нанес поражение парню 67-61. Новости международного футбола. Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм может вернуться в клуб на должность посла.